В Ненецком округе завершается подготовка к всероссийской сельскохозяйственной переписи. Она пройдет с 1 июля по 15 августа. В регионе сформировано два переписных участка – город и Заполярный район. Поэтому на отдаленных и труднодоступных территориях перепись пройдет с 15 сентября по 15 ноября. За каждым участком закреплен переписчик. Сегодня для них началось обучение. В комплект входит светоотражающая жилетка. Вот, на ней есть сигнальные полосы, еще есть козырек. Так, дальше. Что это? Записная книжка. Вот. Ну и доставать еще что? Канцелярские принадлежности. На территории нашего округа будет работать 15 переписчиков. Во время переписной кампании они зададут несколько простых вопросов о количестве скота в хозяйствах, плодовых деревьях, площади посевов по видам сельскохозяйственных культур, а также узнают размер общей площади земельных участков. На сегодняшний день комплектуется инструментарий для населенных пунктов, также проводится обучение переписчиков. Там есть свое ранжирование, то есть по большей части у нас личные подсобные хозяйства, то есть по части города это в основном семьи, проживающие в индивидуальных домохозяйствах, а, кроме того, садоводческие огородные участки и крестьянско-фермерские участки. Последняя сельскохозяйственная перепись проводилась в 2006 году. Спустя 10 лет настало время нового подсчета данных. На территории нашего округа под перепись попадают все населенные пункты. Она позволит получить официальную статистическую информацию о состоянии сельского хозяйства, которая станет базовой для принятия решений в отношении мер господдержки сельского хозяйства, развития малого предпринимательства и улучшения качества жизни людей на селе. Александр Бобрикович, Вадим Стасюк, телеканал «Север».